Дойдем уже. Тут я дырки изучала. Скажу вам точно, что они очень глубокие. Очень. Ой, тихо, Росенький высел оттуда. Здравствуй, чуча. Росенький такой тын-тын-тын. Типа, надо проверить, что тут такое. Иди, иди в домик, иди. Пугаются, что ли, непонятно. Кто-то кого-то не пускает или что. Ну, не буду я. Не люблю, когда разборки у животных начинаются. Потому что я же не знаю, не понимаю, что мне там. Лучше уйти. Так, я сейчас еще пройду. Сейчас сниму с этой стороны вам эту шикарнейшую фигню. И вот мы уже тут дошли до этого какого-то странного неровного моста, да, по которому поезд вот едет. Так посмотришь, так думаешь, боже ж ты мой. Тут, видите, все стена. Видите, этот арка, такая арки, видите, да, видите, как она неровная, видите? Да, абсолютно неровно. И вот у нас тут, вот, посмотрите, шикардос. Да, и вот там вот интересно, все-таки вот эти окна мелкие. И вот, блин, придется мне обратно идти. Нечего было уходить. Но эти арки мы уже изучали, которые там в воде. Там я еще и ходила. И стояла, и ходила. Вот. И тут вот эта стена странная, да, которая вот нас будет потом вести в Милан. Вы смотрите, какая кладка, да? Видите? Знаете, вот еще даже, вот сегодня середина июля, но знаете, такое чувство, что уже такое вот по времени, как бы вот по ощущению своим, уже вообще конец лета. Понимаете, я не понимаю, почему у меня такое ощущение. Или потому что жара спала, не знаю, не знаю. Прямо чувство такое, что все, уже лето. Сейчас уже будет что-то такое нехорошее, да? Давайте чуть-чуть еще пройдем. Опять камни тут торчат. Ой, какая акустика, обалдеть. Смотрите, слышите, какая акустика? С подарками, это вообще просто супер. Так, они сейчас пройдут с этими велосипедами. Я вот сниму вот это вот. Да, явно мне надо идти на другую сторону. И теперь нужно мне все обойти. Нечего было заходить, но ничего, зато я сняла все, всю крепость сняла практически. И вот как идет у нас канал, да? А тут у нас тоже, смотрите, видите, как идет стена? Под углом. Наклонена, видите? Там у нас ракушечник, да? Водоросли, блин. Вот так и думайте, как все, что и создавалось. Там тоже вода, видите, светлая, значит, там тоже камень идет дальше. Ну, уж понятно, что можете сказать, да, господи, уж понятно, мост-то. Ну, знаете, не совсем понятно, потому что... По идее, таких прям обработанных берегов не должно быть. У просто канала какого-то, ну, этот, как это, залив такой, да, получается. Ой, какой запах хороший. Озеро. Эти окна меня привлекают. А это бедный, господи, вообще бежит собака. Ну, что такое, блин, я не знаю. Ребята, это издевательство, я считаю. Ну, блин, пошли они в жопу, вообще не могу.
Посмотрите, какой неровный мост. Видите? Он идет волной вообще. И вот по нему я приехала, ребятушки, и буду езжать. Но сегодня я очень внимательно буду снимать. Почему? Потому что я так плохо, оказывается, снимала. Слушайте, там... Ну, знаете, я уже вам говорила, что надо снимать постоянно, блин, потому что, блин, тут вода капает. Пиздец. Короче, о, слышите, какой звук? Офигеть. Ха-ха-ха. Вообще класс. Ну, я вам с камней сниму. Блин, сыро тут, сыро. Видите, еще раз вам покажу, какую делает волну этот мост. Это нереально, ребятушки, нереально. Мост не должен вот так идти волной, понимаете? Не может. Ладно, все, пока я заканчиваю. Я сейчас пойду без записи назад, потому что я уже все сняла. Потом решу, что делать. Ладно, давайте, ребятушки, пока-пока.